Раздавать деньги людям просто так полезно для общества. Это предварительный вывод группы ученых и филантропов, проводящих такой эксперимент в Калифорнии. Несколько сот жителей города Стоктон уже 2 года получают по $500 каждый месяц в качестве так называемого безусловного базового дохода, который часть исследователей считает универсальным лекарством от бедности и многих социальных проблем, а другие опасаются, что это наоборот приведет к безделью и пассивности. Сейчас подтверждается скорее оптимистическая точка зрения. По уверению авторов, получавшие деньги участники эксперимента, наоборот, активнее контрольной группы, находили себе постоянную работу. Причина в том, что больший достаток дает свободу для стажировок, переобучения и повышает уверенность в своих силах. У тех, кто попал в исследование, также улучшились показатели психического здоровья. Схожие результаты дал недавний опыт американских ученых, раздававших базовый доход жителям бедных деревень Кении. Авторы работы, тем не менее, призывают продолжать изучение отдаленных последствий безусловной раздачи денег.